нажала, а что нажрал? Она, может быть, скажет, я согласился, еще там покупай. Чтобы купить, это сложное дело, вы просто так ничего не купите. Да я не сниму, даже не спросят. Да откуда снимут? У вас нет денег, откуда снимать-то? Да меня же человек один оплачивает, и все. И в интернете, кто собирает деньги за электричество, я ни за что не плачу, у меня еще нет. Я и деньги не вижу совсем. А сейчас тут это, вот это Skype, там надпись Skype, и надпись прямо в долгу у меня, еще печать поставить. Вот, Skype, видишь? Невидимая, теперь она видимая. Самомента закрывает. Это что-то новое. Так, ну вы видите меня нормально, да? Вы нормально, на весь экран. А у меня валенька и на лбу написано Skype. Достукал что-то. Сейчас я посмотрю, надо не на весь экран, надо сам поменьше сделать. Сейчас еще раз зайду. Сегодня выставили мне материал о том, какие планы хьюстонские, какие планы. Я это уже слышал. И дальше, дальнейшее сейчас они обещают в России, как расчленить, как что. Ну, я комментарий дал. Сбудется только то, что назначено Господу. 4 места из Святой Библии показал. Господь говорит, ничего не сбудется. Это они обещают, тут еще столько препятствий. Это они думают, что всесильные могут сделать. Все это не так. Да. От нас требуется святая жизнь и благословение Господне. Забота-то об этом, а не то, что там сейчас на Майдан собрались, там все бомжи отовсюду кормят, они спят там, лишь бы количество создать, они еще не участвуют. И там болища такая, одежда как пропитывается уже через час. А вот как-то на голову мне откуда вышел такое. А ты мне скажи, куда поставить, я переставлю за еще эти штыки. Как думаешь, я ж не вижу, как там, что у вас. Я если бы знал бы, я переставил бы. Я ж не вижу. Если бы ты мне взял бы камеру и показал бы там сзади, где у вас чего провода, как. Это сложно. Это очень сложно. Это туда это не сложно, это минутное дело. Просто... Там по сетевке процессор стоит, а у меня там его тронуть нельзя. Там его надо тянуть, а провода в натяжку все. Просто с вашим консерватизмом это действительно невозможно. Значит, камера, если упадет, она не разобьется никогда. Это камеры противоударные. Глазок противоударный. Что? Глазок противоударный. Вот это. Хороший? Противоударный глазок, если даже он упадет. Нет. Его туда не затолкаешь, нам процесс надо оттягивать, а вот тут там... Я вам говорю, можно его не приклеивать, даже зачем вы его скотчем приматываете? Ну, так скотчем его прикрепляют маленько. Вверх кошки лазят, они как заденут. Ну и ничего страшного. Ну, страшно, она падает на краю стола, а за стол туда не попадешь, туда вылетает. Ну, просто обстановку в этом не видите. Тут все до того... Все по-новому. Даже я кружку, если процессу, я вообще поставить некуда. Оставить его. Я ухожу в маленький закрывать. Я вот по Украине даже, я вот думаю так, вот Украина, это ведь само название, это ведь часть чего-то находится у края, или ну вот край чего-то. Сам вот язык украинский – это диалект русского языка. Он очень похож на русский язык и имеет те же смысловые значения. Вот. От Воронежа вот до Киева всего 1000 километров. И вот легко отследить, вот, допустим, по языкам. Я наполовину украинец, и всю Украину объездил вдоль и поперек. Вот. Это легко отследить. Вот как от Воронежа до Киева идет... как меняется плавно диалект, русский переходит язык в украинский. Вот мы все русские, почему они так ратуют сейчас за украинский язык, вот за этот. Ехал однажды в поезде восточными украинцами, и они говорят, что мы не понимаем, мы трудно понимаем западных украинцев, понимаете, они даже друг друга с трудом понимают, Запад и Восток. На языке говорит это. Тут все на духовном уровне строится, а это все какие-то там, вот это нам мешает, там язык, это такие глупости, о которых и говорить даже не стоит. Определенно, четко дано человеку задача спасти не жизнь, а душу. Вот отсюда надо исходить. Ты, может, совсем не разговариваешь, можешь спастись. Лишь бы не выходили из тебя слова и мысленные, хулительные, противные, сеющие раздоры, зло. А сегодня что говорят? Веры-то никакой нету. Мать русских городов, Киев, перечисляют. Ну, веры-то никакой нету. Совсем нету. И нигде, ни в одном месте я не увидел, чтобы как-то по вере поступали. На тот Майдан особенно выследил. Сейчас в Крыму, в Одессе, как обыкновенно, мирские люди, у каждого своя какая-то задача. И они ее выполняют насильственным методом. Это коммунисты так делали. У тех уговоров или убеждений никаких не было. Слова не действовали. Они не евангельской проповеди. Ересь всякие на Украине. Оттуда все ползет. Какая бы ересь, харизматия не пришла, на Украине они сглатывают полным ртом. А почему? Они не обеззаражены. Они не крещены уже целое столетие. Мощеные все по-католически. А как-то раз договорите до конца, там причину-то надо найти. Нету благодати. Вот у нас Сибирь, далекий край, больше половины священников Украины. Они работать-то не хотят. С батюшкой идет, его в якором положили. Мой брат родной, отец один, его спрашивает. Вот ты вот сейчас, конечно, надо проповедовать Евангелие, а что это за книга? Он не знает. А зачем же ты приехал туда? Заробить гроши. Гроши заробить. Они заразили все здесь из пакости, из Украины. Священники. Они не имеют веры. Я сколько с ними говорил. Редко которые. Все страшно, его не тронули, не убрали там перед архиереями. Такой архиерей не был перед ними. Любым. Они не годится, противно даже. Вот сколько у нас здесь было, где поставали русские, да их среди них нету. Припугнули где-то, сказали, ну, мирские люди, совершенно мирские. Что нормально было в семье, как нормально, достаток, все остальное. Театралы. Я же говорю то, что я вижу здесь. Вот с Украины приехал тогда Антоний, он целую команду принес своих причиндалов. А представьте, когда все у нас благочестивые, борода, меди выходят, рожи толстые, все бритые. Ой-ой-ой, как из публичного дома вылезли. А дальше еще такой хвост за ними идет. Пожирает друг друга, каждый бьется ближе к архиерею. Не то, что вера, человечество даже нет. И вот посмотришь, какие имена у них у всех. Фамилии, откуда они идут, это даже этот диаклет поднялся Дзюба, это же не православный. Это, то есть не русский, оттуда это идет все. Я не против, ну, главное-то сохраните веру, а веры-то нету, одни мощи. Вот на одной, говорится, на одном гнилье, на одних трухлявых динозавров. Вот музеи надо строить, что-то елки привезли, никогда у нас этого не было. Новый год, а тут прямо на паперти елка, в церкви елка, торговля был, а один ящик, сейчас 3 ящика в храме. Это все они принесли. И ставят. Вот священники, вот некоторые говорят, что христианину полезно, как говорится, и для души полезно заниматься политикой, вникать в политику. Вот другие же, наоборот, их воротит от слова политика даже. Вот полезно вообще христианину политически грамотным быть? Никогда не помешает знать, и общий результат тут нигде не вмешивается. Я просто задаю вопрос. Скажите, во времена Иисуса Христа слово политика, вот как Ульянов объясняет, это умение управлять государством, искусство управлять государством. Лет бесконечно большого, бесконечно малого глубину. Методом дедукции в обратном направлении. Государство состоит из регионов, умение управлять государством. Регион состоит из городов и сел. Искусство управлять городом, селом. Там дома, искусство управлять домами. В конце концов, искусство управлять одним человеком. Из чего состоит государство? Но этому-то не уши. Совсем не уши. Он выходит и листовки молитвенские, я так уж называю. Они действительно, вот здесь у нас были, которые из Беларуси, они одинаковые, все зараженные. Войтович, сейчас его сын здесь. Мы собирались написали, но считал в списке, все узнал, все подал КГБ, по-моему, счет. Притом, когда зажали, он меня отрицает, да. Вот и нет, у меня знакомый, он тоже, как это, Толстенко. Я ну Толстов, кажется, был, Володя. Ну, тоже канонист помню. Я дал указание, тут 4 священника, которые со мной знакомы, и кого-то их будет не принимать, только он будет принимать. То есть все свое бюро. Подходит к другому священнику, а он не принимает, я не могу. Отец Николай сказал только, ну, я забил. Да ты ж мой духовник, это у него сломал уже, все. Ну какая это церковь? Это пятый отдел КГБ. Ну, он в соседней деревне там нет, он к нему ушел, стоит. Ой-ой-ой, еще исповедует там. Вот, а папарик-то живет, ни с бабами не знает, ни курит, не пьет. Ну, простой деревенка, а там здоровый такой богатырь. Вышел я вот прошлого дня, не тайный какой-то, а просто так, что так долго-быстро. Отец Николай все спрашивал, Игнатий говорил, а бы не говорил, голосовать, ходить. Это при советской власти голосовать я не ходил, это уже уголовное преступление. Ты не говорил. Ну не говорил, а почему же не голосуете? Ну это исповедь, ну какая же это исповедь? Вот это Спиридон, был он архимандрит потом, в Бурятии везде до революции. И он запрещенный на работу, он один говорит, я маленько познакомился, там они были такие народовольцы, и я маленько там его приютил, а потом тоже они туда тянутся. Ну решил на душе спокойно батюшке сказать. Батюшке сказал, ну, я там не был, но он принялся, покормил. В общем, батюшка сразу переснесла властям. А там Петр Первый вел. Если политическое преступление, священник обязан открыть исповедь. Ну, они до церкви отопнули, его сразу арестовали. Арестовали и допрашивали только по одному каналу. Понимал такого-то, а ты знал, кто? Не знал, нет, все. Он говорит, я не знал. Ну, а его, больше я ни с кем не разговаривал, с одним попом, но договариваться больше мест не было. Закрутили ему лет 10. И он теперь там сидит. У него семьи, кажется, не было, только познакомился с девушкой, теперь все разрушено, гнездо. И он там, я как потерял всякую веру. И он теперь его уговаривает, ну поэтому нельзя. Но это 100% священники были, все, когда их полагали, они подписывались. 100%! Ну еще, ничего не верили, это в России было, дальше революция, и попов навело, и морозилки, и они пошли под нож. Так и сейчас. Они народ не учат священного писания. Вот у нас священники, которые с Украины, и вообще с ними на духовной теме говорить невозможно. Он упертый, стоит на своем попешнике. Плохое ты взял, что посмотри на икону там, это у вас такое, ну посмотри на икону, там, вот я говорю, я насчитал 475 образов, правильно? Ну на той иконе, 2-3 часа. Почему все бородаты? Да что ты бреешь-то? С чего? И ради чего ты бреешься, объясни. Он ничего не может объяснить. А такой по-вашему называют блудодейной ересь. Это неприемлемо, мы православные, у нас никогда этого не было. Тем более рядом староверы, они сразу нас пишут. Староверы разные толка. Подоселили-то глухомань, куда их ссылали. А у них, тем более, здесь белокремитская иерархия со священством. Ну, зачем? И мой там душит не будет. Он меня сразу обвинил врагом. Все до православия, все как он Бог. Мне интересно, вот, недавно, ну, недавно, может быть, неделя, еще неделю не исполнил, а завтра будет неделя. Он попросил один из Подмосковья люберец, городишко там, выслать 20-й том «Открытым волком». Он как-то узнал, что там мои беседы тайные, нигде они больше почти неизвестны, с Александром Мегиным. Моей личной надавлю беседы с ним, ну, что ж осталось, конечно, там страница кто перепечатан, я хочу то приобрести. И он его получил. И он этот парень нормальный, все. А потом мне он пишет, я вот не совсем с вами согласен, но вот и я говорю, вот не совсем, его Александр звать, Хеклер, вот. А я говорю, вот это самое главное для меня. Самое главное, что я не согласен. Покажи, где не согласен. Где согласен, ну тут все одинаково. Не согласен, если я не прав, я буду исправляться. А если ты не прав, ты можешь мне вопросы задать, и мы будем одинаково понимать. Ну, он сфотографировал книгу, получил, я ему письмо там написал, визит я вам показывал мне. И вот он говорит, относительно не согласен, это сегодня получил. Доброго времени. В самом деле, на 100% человеку нравится только он сам. И то, это по эгоизму. Ну, как я могу с этим согласиться? Человеку на 100% только он сам. Мне нравится апостол Павел на 100%, я все апостолы, святые отцы, я считаю их на 100%. Но еще каноны. Дальше я смотрю ваши видео. И мне кое-что кажется странным. Вот это я думаю, наконец-то, ну что? Двоеточие, а Бородин, например. О. А хотя у меня материал выстроен о Бороде, все места Писания, как Бог сделал, тем более сама природа учит нас. Хотя я сам сейчас ношу бороду, но вряд ли бы я стал как-то говорить людям об этом на свете Библии. Ну ты не стал и все, почему ты не знаешь, тем более на нашем форуме ты можешь это все взять. Это очень и очень несущественно. А мелочи сложно пробовать. Во-первых, он решает, что очень и очень несущественно, и что это мелочи, и она кого-то может отпугнуть. У него какие-то данные есть, никаких данных нету. Когда над слугами Давида на Астафу смеялись, вот, в это время у них началась война. Война из-за бороды. Речь идет о десятках тысяч убитых. Это мелочи. Тем, которых был бороды, отрезали Давид, даже не запустил в Иерусалим. Сидели в проклятом городе Иериходе. Я ему говорил, он это не видит. Я отпугнул. А кого можно? Который не все, хотя сам против города. Обещать им, вообще обещать. Одно за другим не заставит. Или ваш подход к колонам и заповедям. Вы точно. В одном видео вы указываете, что есть около 400 правил, сколько вы там даете точное число от соборов. Ну, по-моему, это юридический подход. Очень смахивает на фарисейство. То есть какие там места, описания, как ничего нету. Просто, по-моему, опять по-моему, второй вопрос не смахивает. Вот мне пишет священник, я скажу его даже фамилию, это в Германии, Бондаренко, отец Активий, писал раньше, потом мы встретились в Германии. Если крещение, что полное погружение должно быть, если нет погружения, нет крещения. Со всей командой говорят об этом, а ты должен выйти какую-то. Я его привожу 136 свидетельств. Это какая проведена работа. Все отборки на корке из Библии. Все отборки на корке Вселенские Поместные соборы святых отцов. Все из святых отцов, это 300 томов. Я провел за этим отборкой по одному материалу. Ушли десятилетия. Я ему это все выдаю. А в ответ он, я думаю, этому ничего не надо. Достаточно одной капли, достаточно слюной. И плюнут на человека, видимо. Уже. Ну не говори, что мочой помощить, просто какая разница, вода же была. Или песком. Это говорит священник, имеющий высшее образование, которого десятки раз проверили, прежде чем послать за рубеж. И он мне такое говорит, когда я ему выставил и выслал 136 свидетельств. Такой разговор-то может быть. И то, что не на равных. Я должен смотреть, как на кого, на отступников. Вот. Заповедя. Жить по командам, мне кажется, то есть он сам решил для этого дня. Невозможно. Вот он думает, кажется, и убиваешь свободу подходом. Вот таким. То есть у него свобода, он дорожит, и как бы канону не убили. Но я понял, что человек еще православного не имеет. Если человек живет духовной жизнью, честно, во-первых, как ты духовной жизнью будешь жить, когда ты не знаешь ни толкования святых отцов, ни правила, ни канона, ни о постах не будешь знать. В Библии-то наших постах нету. Как правильно креститься, что такое литургия, причащайте, как готовиться. Ты ничего не будешь знать о той Библии. Он думает, а что он думает? Дальше изучает Писание. Какое Писание? Если он знает, что Писание называется Библия с большой буквы, то как ты можешь его изучать без толкования святых отцов? Когда я обратился, я понял. истина одна, ее никто не знает. Потому что там, где я родился, город Ленск, Латвийская ССР, там можно было... Я пошел по ним, стал записывать, как понимаете, их книги, знаете, я понял друг друга и не опровергаю. Ну где же истина? И мне Бог показал истину там, когда только была неделимая. Где с вами вы сидите до скончания века. Он и сегодня где-то, но их сегодня 21 тысяча, поймите. Я стал мне звонить визу, когда было их 5, думаю, 5 уже, может быть, ну где-то есть серия, я с вами вы сидите до скончания века. Ну где? Да, конечно, я прихожу в церковь неделю, а там. Вот теперь мне надо достать до толкования. Я понял, это толкование передается из поколения в поколение, оно сохранилось в православной церкви. И дальше он пишет, и мешает Писание, и другие хорошие книги. Какие хорошие, если он только-только пришел. Вот если можно сказать, вот реестр, и вот ведьма, которая нельзя, хорошие книги. Он назовет их, конечно нет. Я его буду называть хороших поэтов, нацелов, он ничего на это не может сказать. Дальше, запятая. Имеет общение с христианами. Под именем христиан, сегодня все сектанты, все еретики, всякое безумие под христиан подстраивается. Общение с христианами и хорошего духовника. Ну, как ты знаешь хорошего, и когда ты его проверить не можешь, так как Писание, ты не знаешь, то вот тогда, пишет, то у него, у этого, который вот так поступает, как он поступает, понимаете, развивается христианская совесть. Если вот у меня будет такое, духовная жизнь, щедрость, молитва, хорошие книги читать, то развивается христианская культура. Он не говорит о рождении свыше, где пробуждается, рождается новый человек Христос. Он вообще ничего не знает. И чувства. А чувство написано, сердце человеческое крайне испорчено. И кто узнает его? Сердце человека глубокие воды. Он ничего этого не знает. И таким образом все, и без правил будет понятно. Хорошие книги считать, общаться с христианами, то есть каких он знает, наши тут не знают. А по канонам это будет бесконечные вопросы. А зубы можно чистить перед причастием и так далее. То есть это вопрос, который смущает. На это указано, не надо чистить, чтобы не проглотить воду. Так я православный, поэтому я все принял. И положено капли воды, рот полоскать нельзя. Один день там не умрешь? Нет. Это бесконечный вопрос. А вот он получал нет, конечно. И так далее. Я, может, не так вас понял. А может, даже есть люди, которым только так и подходит, чтобы четко все расписано. Может, есть такие инвалиды, малохольные, ну, можно сказать, безумные, или как Горький там говорит, все на православные какие-нибудь сектанты. Да, и все же Господь наш начальник, а не я. Господь ваш начальник, а не я. Ему угодно ваше дело и пропасть, причем тут я. Ну тогда вообще не о чем разговаривать. Значит, меня все нету уже. Я его слушаю, ну что, с дураком, говорит, спроса нет. Он меня в этот ряд уже догнал. Даже не хотел бы, чтобы вы тратили время на ответ по изложенным несогласиям. Вот ищет. А я искал на краю света. Я искал где-то толкование. Я узнал о блаженных о делах. Нигде не мог найти. А первым встретил в Клайпеде Литовская ССР. Я рассказывал, как я искал толкование. Я наконец-то узнал, что есть толкование, но его нету. Он не нас не найти. Я в Клайпеде был, корабль стоял на ремонте, наш корабль Черноморский был, разбомбирован. И я спрашиваю, где здесь молятся православные? Я пришел, а там поморского согласия, староверы, староверцы и священство. Ну, он хороший старик такой, он не старик может быть, теперь я уже старик против него, ну, крепкий такой, крепкий мужик, ну, может быть, ему было лет там 45-50. И он меня пригласил домой. Я узнал, что у него есть толкование, блаженный Феофилакт. А у него две девушки, может быть, они были двойняшки, ну, где-то лет по 17, вот, такие красавицы, русоволосые. А я почему-то любил всегда косы. Любил косы. А у них косы толстые такие, в руку толщиной, ниже пояса. Я это все заметил сразу. А мне-то 23 года. Я на корабле работаю, у меня сила, кровь, все есть. Но в это время у меня все ушло. Когда он дал, я увидел это толкование. Я немедленно сразу же в бумагу стал записывать. Он меня зовет пообедать, я не понимаю, какой обед, когда я скорее конспектирую. Вот это непонятно. непонятно, вот это непонятно вообще. Я знаю, что корабль стоять будет наш недолго. Еще неделю его уйдем. Уводители меня каждый день не будут пускать. Это корабль. Я записываю все. Лежу, девушка одна прошла мимо. Платье длинное. Как они одеты, какой платок, какие волосы. Все мне нравится. Я это ничего не видел. Я просто краем глаза только видел. Они прошли, я в другой комнате и пишу. Вот видишь, что? Какой он прием к себе. Он сам заглядывает в эту книгу. Он ее, может быть, и не считал. А я строчу и строчу. Я помню, я дошел до 24 главы Евангелия от Матфея. И наш корабль ушел. Но вот это было у меня основание, вот я уже заброшенный. Я должен найти его. Дальше я буду в Волгоградской области. Теперь, наконец, я появляюсь в Новосибирске, и там получаю, я понял, что есть Евангелие, только она считает Евангелие толкование, и дальше это деяние, это другая книга. А кто бы сказал когда-нибудь, они так без Библии, здесь просто такого славянства. Я сел за изучение этого языка и учил язык, стал переводить. Что значит желание? И дальше кто-то бы сказал, что на русском языке полностью ты сам издашь. Как? Я издам? Да, в 1061-м. 1000. А я-то все конспектирую. И теперь это конспект. Конспект это означает, вот, конечно, укороченный был. Это 2 тома, по 700 примерно страниц. Представьте, я их законспектировал. Но я-то уже кое-что знал. Без этого знания я теперь смотрел, что непонятно, кто только брал. И когда мое, вот это, мой конспект, это я по нему преподавал несколько лет. Это получилась программа 4,5 года в университете. В университетах разных. И люди задают дополнительные вопросы. Там много непонятного, даже то, что я найду. Я понял, что я-то даю им свое. То, что им непонятно, мне было понятно, я не конспектировал. Зачем я буду конспектировать? Когда понятно, там мне надо скорее до конца дойти. Но это было только до откровения Иоанна Богослова. Это особая эпопея будет. А теперь, когда я ее издал, полностью сам выделил нужные места. Дальше черно-белые Юстава Доре 104, а теперь полностью 230 раскрашены репродукции Юстава Доре. То есть я считаю, правильно это, наше издание Нового Завета наилучшее за 2000 лет. Издать лучше это означает только делать больше размеров, крупнее, а остальное не сделать. Кругление корешка, закладки, бумага, все сшитое, офсетные бумаги, наделанные. То есть я уже разбирался в издательстве. Тут я пришел во все оружие. Ну, цена, конечно, для меня непосильная была, наши люди, которые помогли выкупить. Это так. Вот как он-то этого не говорит еще. Вот тратить время, но если найдется у вас немного времени, далее он пишет Константин, то напишите мне кратко, на следующий год октябрь, как бы вы занимались проповедью в большом городе при приходе. Вроде бы я живу в маленьком городе. На столице Алтайского края 750 тысяч. И как бы я занимался, а в Новосибирске, как я жил, а как в Санкт-Петербурге, как в Москве, когда я был проповедовал сюда. Дальше он пишет, от этого не знает. В большом городе. Как я в Вашингтоне проповедовал, в Нью-Йорке, в каких городах? Во всех столичных Киеве, Алмата, Фрунзе, там я везде проповедовал, что перед большим скоплением людей на стадионах. Вот я не ленин, а обычный. Получился основам православия немного. Высокий, запятнанный, у него неподрешенно, у него нормальный разум. Чувствую, что надо обязательно людям попытаться хоть показать дорогу к живой воде. Спасибо. Притом видно, что пишет человек хороший. Но это уже образец, каким его покой сделали. Он оттуда хлебнул. Много там не надо пишет, возится. Вот сейчас точно такая ситуация. Вот это безвозное быдло, как его называют поселковским протоколом. Да они как раз и лезут на Майдан. И защищают, и те, которые сопротивляются, они одинаковые все. Они Бога не знают. И я должен об этом сказать. Вот я конкретно. Маленький разбор, то, что мне этот Александр написал. Я вижу, что по всему видно человек хороший. Хороший, там не согласен, не нужен, но его таким сделали. У него не было ревности. И я думаю, почти наверняка ее и не будет. Такой, который мне дал Господь. А я хотел все исполнить. Да какого это надо? Написано, да не отходит книга сия от уст своих, но получаясь они день и ночь, дабы в точности исполнить. В точности. Иисуса Навина 1.8. 4.16. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, дабы таким образом спасти себя и слушающих тебя. А не так, что ни себя, ни других не спасешь. Мне это было понятно, я это написал, смущил наизусть. И в этом направлении 50 лет иду. Я понимаю, церковь православная – это любящая мать. И каноны нужны. А какие они нужны каноны? Я уже сказал, какие нужны, которые против Евангелия идут. Ну и они выполнимы. Но они касаются не меня, а архиереев, там, на мощах, строит и прочее. Мне они нужны. А почему? Я щадо православной церкви. Второе правило 6-го Вселенского собора, 630 епископов. Ну вообрази, 630 простых людей, и то это много, а это епископов. Я спрошу, 630 епископов, хоть один патриарх в России видел или нет? Ни один. А за рубежом никто не видел. Никто в глаза не видел. Одновременно, чтобы было столько. Почему? Вселенский собор. И этот Вселенский собор, второе правило говорит. И это собрались трубы Духа Святого. Трубы Духа Святого. Вот миллион машин. Попадает. Игнатий Тихонович, сделайте чуть колонки, а то там сильно отражается. Вот скажите мне. Вот вопрос есть такой. Вы часто употребляете такую цитату: «Для всех сделался всем», да? Да. Вот. А вы однозначно ее понимаете? Я понимаю, так как говорят святые. Есть священники, которые кто-то идет там к рокерам, становится мотоциклистом, одевает кожные куртки, заклепки всякие. Кто-то становится металлистами, барабанщиками, тяжелый рок играют. Кто-то там готами становится, идут на кладбище с ними, садятся там с сатанистами, вот, и проповедуют Евангелие. Как вы считаете, они сделали для всех всеми? Из всех не сделали, но он никто. Он ни для того не сделал, но не сам для себя. Я прочитаю, как это выглядит конкретно. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Давайте посмотрим, о чем Павел говорит, из рамков не будем выходить. По порядку. 19 стих. 18. «За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, то есть даром. И пользуясь моей властью благовествования». То есть благовестник должен жить. У него все должно быть. Но Павел этого не делал. Я за благовестие еще копейки не получил за 50 лет. И десятей, но ни с кого нет. Ибо будущее свободен от всех. Я всем поработил себя, дабы больше примеры из семьи. Эти, которые рокеры там на мотоциклах, они нет, с наркоманами там вместе. Для евреев я был как иудей, то есть речь идет о вере. То есть они еще считали, что в Ветхом Завете необходимо соблюдать вот эти правила чисто и чисто. Павел говорит, я соблюдал. И взял их девушки за то, что он был назаверен, теперь надо освящено вас. А для чего? Запятая, что приобрести иудеев. Тимофея обрезал, иначе бы они его не приняли. Понятно, это не рокеры. Для подзаконных был как подзаконник, которые были под законом. Что он приобрести подзаконных? Он расшифровывает это. Дальше. Для чуждых законов, которые не знали, как чуждых законов, не буду ищущим закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. А где чуждые законы? Язычники, которые пришли, не зная Моисеева закона. И он с ними поступал и делал пир. Для немощных был как немощный. А какие немощные? Немощные считают, что можно есть овощи. Я вот бывал, когда среди адвентистов, они не пьют чай, кофе, какао. И в мой рот это никогда не попадет. Раз это всегда я понял. Дальше. Я узнал, они не едят мясное, мясо свиньи, там, кролика. Я вообще отказался от всякого мяса. 50 лет в этом накале прошел. Ну что? Ничего, я живой. Я делал там всех, чтобы приобрести, что пришли. Да, пришли. Меня слушают мусульмане, они меня свиноедом не назовут. Дальше. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. А какие немощные? Ну, я сказал, кто немощные. Немощные есть овощи. Это старовера. Для всех я сделал за всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. И у кого перечислил, вот это все и будет. Синяев же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И знаете ли, что бегущие на исталище бегут все, но один получает награду. Так видите, что получили. Все подвижники вас держат от всего. Если получали результат верного, а мы неверного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, вроде на мотоцикле там воздух застекать. Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот и все. Я конкретно показываю, о чем говорит апостол Павел. Я это выразил в определенной системе. Вот приходит общество. 450 человек в обществе. Они готовы принять все, посадились за стол переговоров. Я еще у епископа не был. И скажите, вот вся община вас с вами, чтобы было согласно, давайте собирайте, будем беседовать со всей общиной. Скажите, что вас смущает в православии? Вы приняли? Да, приняли. Без канонов, без правил, без рукоположения, без толкования, нет церкви, они согласились все с этим. Но нас кое-что смущает, давайте выражайте. Но духовно. Перед ними служат, ходят, перед ними танцуют. Неужели нельзя языком спастись? Как путешествие по храму, прогулка по храму, Зусой, Данил, он водит, рассказывает, я бы никогда не стал делать. Я сказал бы иконы, вам не нужны. Но не называйте их идолами. А если вот они будут выше, если вас смущают, вот так как идол, они говорят, нет. Я говорю, пожалуйста, пусть будет так. Я говорю, баптистов сейчас рисуют прямо в молитвенных домах. Договорились, договорились. И где указания нет на то, чтобы целовать иконы и им служить. Владимирская икона, Казанская, там конца нету. Ты даже, может быть, и не знаешь, что я тебе скажу, 370 икон, которые надо праздновать. А я это в году дальше. Вот и все. Таких больше, они еще не все в календаре напечатаны. Я говорю еще, что, а можно, чтобы, когда рукоположение, это главное рукоположение на первом месте. И они меня спрашивают, старший пресвитер сидит здесь. Вот меня не рукоположат. Я говорю, они вас не рукоположат сейчас. А можно, чтобы вы были вот без этой одежды, там рукавники привязаны, а они вас сильно смущают. Ну как-то люди, может, постепенно ведем. А вы против не имеете, да, вы не считаете, что это нажертвенно или что-то? Да нет, конечно. Так переговорим. Считаю, что без этого можем. Дальше они говорят, ну вот особенно против, это проще. У нас никак это не приемлемо. Прикосновение... Кто кто оскорбляет человека, Библия это говорит, говорит. Прах ты в прах возвратишь, ты говорит, говорит. Ну зачем на площадь играть живому Христу? И что я буду говорить с иконой, с образом? Ну, допустим, мой отец рядом со мной. Еще раз, на портрет буду смотреть, я на него буду смотреть. Я Христа ощущаю, зачем мне икона-то нужна? И так же самое с мужчинами. Я говорю, не нужны. Больше вам не нужно. Но вы нигде только не поносите, не называйте идолопоклонников, а не хорошие. И где это на Украине, слово сказать. Дальше они начинают еще что говорить. Я говорю, вот, у нас 77 книг, по вашей 66. Так мы уже не раз думали об этом. Такие хорошие книги. Я говорю, с этим мы уже уступить не можем. Но если уже есть у вас уперты такие, и, наверное, без 11 книг они споснутся. Еще что смущает? Вот у вас причастие как-то ложечки. Господь отдал отдельно хлеб, отдельно вино. Сказал тело мое, может вот так будет причащаться? Я говорю, так причащались во времена Златоуста еще. Но люди на нас стали приходить с золотыми сосудами, золотые делали, чтобы положить на долго рука дороже золотого. Берите прямо руку. Водой. Сегодня священник, он со страху побыл, как водой. Они не знают православие следующие попытки. Они его не нюхали. Я разговариваю, конкретно со мной 450 человек сидит, готовые. Я говорю, я буду... конца хлопотать, ходатайствовать. Я не знаю, как это будет. А можно вот эти посты, чтобы у нас не соблюдали? Я говорю, они не евангельского устроения, но апостольское правило говорит, что те великие посты, не это обязаны уже. А остальное на ваше усмотрение. С тобой поговорим. Ну и что там есть? Еще боитесь. Еще советуете с плотью и кровью. Я буквально все вопросы утрем. Они еще в баптистском молитвенном доме сидят против меня. Недавно выступил. И поэтому он за кулисами отец Олег Синяев. Вот. И Олег Синяев говорит так. А Татьяне, она со стыдом бывшая, это Валентина. Община Лапкина, к сожалению, находится в расколе. а у меня дома был, да, и я его мальчиком посещал. Вот в расколе, какой еще, что он понимает? Я думал, давай в расколе, нет, давай в расколе. А сам был зарубежная церковь, он говорит, так проблема этого удивительно успешного миссионера заключается в том, что он нарушает главное правило миссионера. Это он ей говорит, оно попало все ко мне. Я сказал уже с интернета, потому что она на майка подарит и прочее. То есть удивительно успешного миссионера. А он, я его считаю, патриархи, один из самых лучших. Не назову его успешным и удивительным, как он меня называет, но он по Библии беседует. Я сказал, с такой утробой я бы народ не вышел никогда, пока бы не снял себя это. Ужасно просто. Не боится. Сам с тобой даже подтрунивает, но это хорошо. Дальше, двоеточие. Какое я нарушаю главное правило миссионера? Я так остановился, интересно. Я просили, а какое главное правило миссионера? Главное, для всех сделать совсем, чтобы приобрести. Нет, не тут-то было. А вот Стеняев, он останавливал и говорит, уметь расставать с людьми, которые он привел к Богу. Я так ахну. И считая дальше, я знаю, то есть он думает, что кто-то пришел, но никого нет, он общего создать не может. У него проходной двор. А у нас общество, Никто ни в одном может. Люди новые. Если бы я патриархию не вел, у меня бы было минимум 500 обществ. Это я абсолютно точно скажу. Я людей направляю туда, где им голову отрубают. И могу сразу против меня наставлять. Такого проповедника нигде не было, так безумно поступал бы, как я. Привозить людей ко Христу и отправлять в то место, где меня ненавидят, я сразу их отправляю и убиваю. Я говорю про патриархию. Сталинской берег. Более безумно никто не поступает. И я-то не по-моему поступаю туда направляю, но я по-другому не могу. Я был с Агапанием, с Тихоном, архиепископом. Но я не могу и туда пойти, потому что у них первое правило. Признать благодатность московской патриархии. А я этого не могу признать. Я признаю благодатность, подхожу и причащаюсь и по первому чину беру патриарха. Вообще несовместимое. Почему? Потому что я слушаю голос Божий на каждой молитве. И дальше. Уметь расставаться с людьми, которых он привел к Богу. Ну вот это да. А как расставаться? То есть терять их навсегда. Дальше он обо мне говорит, он явно перепутал такие разные служения, как миссионерство и духовничество. То есть я родил благовествование, мы сразу должны ударить на автоскопе духовничество, он умеет ему давать совет. Это безбожие просто. Я посмотрел вот в этом объяснении, он себя проявил полностью, что патриархия его сожрала. Там еще больше какой-то удобного может и нету. В результате возник театр одного актера, это я, подумали, да? Где его никто не может воспринимать критически, ведь я не могу. Да нет человека, которого я не плевал, но не сплакался. Сколько, что совершенно необходимо. Так как через него люди уверовали в Бога. Подобная ситуация у отца Георгия Кошенкова. Ничего подобного нету, и мы никакого общения не имеем. А у Георгия Кошенкова общество большая. А у него, у Синяева нет никого. И он вывел это за основное правило. Понимаете? Все человек идет под себя. Я говорил, если бы патриарха допускали, Иринина, я поставил условия, которые патриарх не прошел. Я бы написал свои качества. Глухой, слепой, зубы, коленки больные. А когда это говорил Стеняев? Стеняев когда? Ну, число я не могу сказать, когда, но это он, который Валентина Саркисова заходит, это ее родная дочь. И она дальше... Она вот такая просто... Нет, ну это в этом году или в прошлом, когда? В прошлом или в 13-м. В 13-м, это точно. Вот, и она к нему как-то на него вышла и обратилась. Я когда Валентине послала, она не знала, что дочь ее запутилась и такой. Она говорит, я столько плакал, ну что ты переживаешь? Их попой такими сделали. Он когда был здесь, в город Камень, на Сибирской области, он там был пресс-спикером, его положил, кажется, Валентина Русанцева, старший Петрополитом. Он приехал в Погеряев, и мне говорит, главный собор, он один был, это Барнаулина, хотите, мы его отобьем, другой не ваш. Я так, ну что, это уже не провокатор, это махамед какой-то приехал ко мне. И у него такие идеи, он на новые начал говорить, вот такие вот, что, вот и про духовника он не говорил. Я вижу, я говорю, у него целая система выстроена, я говорю, любой церковь. Я говорю, отец Олег, это неправильно. Как неправильно? Вот Валентина сегодня говорил. Я в течение там полчаса полностью не оставил ему даже щепу. И он говорил, ну как же меня так занесло-то? Спасение такое, что-то там от Карповецкого взял. Я говорю, скажи, а как ты понимаешь, что мы отбили бы, и что мы бы стали делать? Да народ вчерашний, это пойдем в храм, я его не могу запереть, они его дрочнёвы, надо начинать во дворе. Это провокатор. Ну, бросает все, его заново перерукополагают, сколько он возился тут с людьми, и вот отрёкся от всего, махнул туда, патриархию, патриархически поговорил, куда ли место, и он делает. Вот и все. И ему меньше рацион. Сделаю примерно раза в два меньшую повестку. И там будет все по-другому. Вот меня судит. Но вынужден сказать, необыкновенно, успешный, как Андрей Куралов, самый знаменитый. Верят они в это или не верят, но у них сердца разрывается. А меня спрашивают, а вы себя таким считаете? Кто я? Даже смешно. Ко мне приходят, вам надо пищать от стихии. Вы там поют, кто я? Я за живот готов схватить. Мне нельзя смеяться так, но какой я... Вот на безрыбье я рак рыба, есть поговорка такая. Только всего. По большому счету я не проповедник. Хотя я осознаю, да, я проповедую. Потому что я говорю то, что написано. Мне Бог дал память, да, а опять же это не мое. Я проповедую Евангелие, совершенно не взирая на никакие лица. Вот они делают, чем благословляют, вот войск Украину. У меня свое мнение основано на Библии. Я показал его, нам уже каяться. И давить никого. Мы дали другой пример в Украине и всем. И поэтому мы получаем возмездие за то, что делали наши отцы, голодоморы, революцию устраивали. Что там Ленин делал, Сталин. Что Хрущев делал. Мы блядь, вперед шагнете, как в Чечне, что Ермолов делал. Поэтому мы получаем должность даже со смирением сказать по грехам нашим, по грехам отцов наших, прости нас, владыка. И вот так точно здесь. Вот это я вам отвечаю на вопрос. Поэтому никаких вот этих мотоциклов, что они ездят, он батюшка садится, там крутит, скоростями, пустое это все. Они остались такими же, больными, обешенными. Они скопищи виноваты. Игнатий Тихонович, а вот можно узнать, вы сказали, там у Златоуста где-то есть о причастии, что можно в руки брать, где это можно найти? У Златоуста там поисковик запустить на него и все. Причастие, больше ничего не надо. Это таких проповедей много у него. Вот, допустим, о клятве. Ну, о клятве нельзя. Присягу, когда дают священнику должность, это рукополагают, и дает он присягу. Присяга – это есть клятва. Но того, кто даже наоборот церковь допустил. А сколько раз? Ну, я насчитал уже 78 раз, говорит он. 78 раз. А ты скажешь, ну, а я хочу узнать конкретно. Я говорю, ну, я поискаю, ну, допустил. До того, 12 ты мог. И дальше оглавление, по оглавлению, там причастие допустим, вот ты лайк и сразу найдешь. Уроки брали. Еще во времена готовы, а когда перестали, там вот не указаны границы эти. Вот как пост. Времена эти был один пост. У нас пост, пост 69-е правило. Так они меня что, я называю правила? Это у него знание от сатаны. А у них тьма не знает еще, это от Бога. То есть у них все перевернулось. Когда я называю глава всей Библии, эти знания невозможны иметь человеку. Это сатана ему дает. А что могу сказать? Я 50 лет учусь, а ты ни одного дня. За это время я минимум 10 университетов кончил. Но я не имею образования никакого. Просто я люблю моего Господа, люблю святых отцов. Вот и все. Игнатий Тихонович, Колосинам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию, и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Как найти грани вот этих обольщений? Как вообще понимать это можно? Вот не увлек философию. Философия – это любить мудрость. Но вы имеете в виду языческую философию. Пустым обольщением по преданию человеческому. Почему? Потому что они... А предание там нельзя трогать, это не прикасается, надо понедельничать, у православных до ноздрей это набито. И главное, это толкование блаженного Кадиллака. Задай наш трехтомник, третий том откроет на место и увидишь. Все. Больше ничего не нужно. Но политик. Конечно, философию он называл не святых отцов, их не было еще. Он имел в виду языческое, когда они доказывали. Туда попадает и Сократ, и все, которые вот философию по стихиям мира, вот философия стихии мира, вот сейчас, к примеру, ну, вот политика, вот это сейчас целая стихия, вот, она может увлечь, это политика христианина? Конечно, может преобразовать, дать больше будете, и сколько бы их ни ставили, одно борье идет. И смертельная голова, один только такой был у Лескова, других не будет. И вот, и они теперь обольщают народ, обещают свободу, будучи сами рабы тления. Я не хочу голосовать, и у нас, я не знаю, кто ходит и идет. Мы запрещаем, но объясняем. Кого ты выберешь, когда ты не знаешь? Если бы выбирали двое, вот, человека, который верит, и сказали, вот будет решать там городские какие-то вопросы, не проблемы, не люблю это слово. И неверующего, я бы пошел голосовать, зная его лично, чтобы он сделал добро, помог вдовам, бедным, ну и все остальное, чтобы казну не разворовывали. Но они его убьют, такого человека. Я не могу назвать фамилию, я мог бы поискать в интернете. В городе Томск избрали депутатов. И он будто бы, это я говорю уже так, будто бы он потерял обе ноги на Афган, во время афганской войны, там, на стяжку попала или что там, где-то там в Чечне, ну, его избрали. И он раз за разом проходит. Его оставляют живым. И он надоедает всем. Говорит, ну, самость маленькой просьбы какая-то, придет на душонку, он старается выполнить. Это вообще удивительно. Когда избираешь человека, бывают у него такие еще юношеские порывы, да я для народа посвятил души, порывы, посвятил народу, как говорит Некрасов. Еще не посвятишь. Через 2 года ты должен быть как все, или тебя выхода никакого нет. Потому что лоббируют интересно определенные группы людей, и ты будешь голосовать. Вот как меня спрашивает, вот, заметьте, Путин сказал отменить губернаторские выборы и ставить кого он хочет. Правильно это неправильно? Правильно абсолютно. Так всегда делал так. А кого скажет, когда он против него пойдет? Правитель должен иметь хорошую защиту из сзади. Он должен ставить, он здесь поставил Карна Александра Богдановича. Его не выбирали после смерти Евдокимова Михаила Сергеевича. Правильно? Хотя вопросы идут. А вот сейчас патриарх там дробит эти епархии. Разве это можно? Можно, патриарх делает правильно, патриарх Кирилл. Вот делать правильно, потому что большая территория, вы не бывает нигде. И которые раздробили, их еще нужно раздробить. Может быть, надо счастье. Что в каждом городе будет епископ. В каждом. Сколько городов, столько епископов. А бывают еще и лекарные в том же городе. Тогда они будут ходить к народу. Меня спрашивают, епископ спрашивает, Рошик, не надо, он правильно поступает? В данном случае, в данном конкретном случае. Они не понимают, плохой патриарх, там плохой Путин, а правильный Путин делает. А вот там русские люди надо защищать. Правитель вне церкви, мне не надо его объявлять вне закона. Я должен только молиться, чтобы Бог благословил его, умудрил, дал ему страх Божий. Но он должен стоять на пороге церкви за то, что он разжигал светильники, там было по евреям, за то, что там у него, если только есть другая жена, если это Кабаева подсовывает, ребенка есть. Я вчера тут говорил, у Путина развод был. Я говорю, вы видели, что он Милану зажигает? Да, снимки были. За мной это по каналу, он должен быть опущенный. Он должен стоять за пределами церкви. Он не имеет права заходить в практике. Понятно? Он должен это признать, это православный, а не ломать какой-то фигуру. Второе. А у евреев правило есть. В Израиле. Если он женился, жена любит тебя, нормально, рожает каждый год, но они девчонки идут. Через 7 лет имеешь право развестись. Оставить из семьи ребятишкам. В стране уже солдаты. Она не может солдата произнести. И Путин тут так было, 2 детей было, 2 дочери. Я не могу, может, посоветовали, они же умные стратегии. И когда все разрешить, страшен такой набор, может быть, тайны и людей. И Кабаева сразу родила с ребенком. Если только это от него, я говорю, если, потому что анализ не брал туда. Вот так. И он все обвинять не надо, если не еврей, то еврей, а он жена, она еврейка, вот он не еврейка, она хорошая Светлана. И еще дальше. Она еврейка. Ну и дальше-то что? Она стоит в храме, молится, выгонять ее. Она ничего не нарушает. Она признает спасение во Христе. Ну неправильный подход совершенно. А вот он такой, он безвольный, там какой. Он нормальный, он не путается по ногам у Путина. А Путина говорящая фамилия, или нет, а только молитесь за него. А вот они, там Америка будет то, что от Бога назначено. Америка пусть истощает. Бог даст ей один, два метеорита, а мне еще не останется. Вот и все. Бог, великий Бог Иегова, Он решает. Я прошу во имя Иисуса Христа, моего Спасителя, Господа и Бога. Бога. Вот как раз, вот у меня вопрос как раз по откровению Иоанна Богослова есть. Вот я сейчас зачитаю. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душ убиенных за Слово Божие и за свидетельства, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Откровение Иоанна Богослова. Вот хочу вот узнать ваше мнение, почему души праведных людей вопиют к отмщению. Во-первых, это не люди, а души. Души. Праведников, родительно поддержанной души, принадлежавшие тем. И кто? Те, которые умерли, пролили кровь. Только они от других не дерутся. И они знают, что на земле происходит. Вот доказательство одних действий другим, что она кровь не отомщена. И вот теперь кровь это отомщается. Вот это Майдан, и все идет оттуда. Вот откуда идет? Молитва на небе, они рядом, и видно, что им отмещает Господь, чтобы они успокоились на малое время. И что это время? Бог наведет порядок, они будут в Евросоюзе. Нет, конечно. Пока остальных не добьют. У Бога это другая шкала, которое дополнит число ваших. Подождите маленько еще, я Бог говорит, не буду еще убивать безбожников, потому что еще все верующие не погибли. Вообще. Ты маленько вникни в этот смысл, ты все дойдешь, а почему борются? Справедливость. Так они еще отомстить хотят? Да нет, они хотят, чтобы эти люди обратились через наказание. Они молятся об их обращении. Вот такое толкование Андрея Кисалики по таким сплотивностям. Вот. Надо еще понимать даже молитва, и о чем она идет, и от кого идет. Вот и все. Мне вот лично по этому вопросу интересно вот такой факт, то что сейчас эти души, находясь вот в таком состоянии, уже в божественном состоянии, у них все равно вот такое чувство, они вопиют от мщения. Вот почему такое вот беспокойствие у них? Я ответил уже на этот вопрос. Чувство справедливости нарушено. А мы знаем, что у Бога такого не может быть. И Анатолий говорит, что если здесь на земле нет отмщения, это самое лучшее доказательство, что будет суд Божий. Мы знаем, Бог справедлив и все свят. Но как же убили праведника? А ведь говорящие сегодня получают пенсию большую, и их никто не судит. Почему фашистская тройка судили в Германии, а коммунистов не судят? Зараза коммунизма, памятники этому людоеду Ленину остались на площадях стоят. Почему не просит? Нету справедливости. Значит, она здесь не отмщается, значит, справедливость должна восторжествовать, а на земле ее нету. Из мысли одна вещь, значит, в другом месте, где на суде Божьем. Вот так и эти говорят, почему не мстишь? То есть они приближают время к пришествию Христа. Это несправедливо. Они убили, а справедливости нету. Господь говорит, вы еще не знаете. Ваше число и не полное, вас только еще убили все-таки 50 миллионов, а должно быть 150. Самое большое гонение будет при Антихристе, и тогда полное число, как святые говорят, то число, которое падшее с неба демоны, освободили квартиры, жилище, обидели. Будет дополнено, опять заполнено такое же число, сколько пало демонов. Ну, это вообще очень здорово. Хотя утверждать на основании Священного Писания нельзя, но об этом Господь говорит, много обидели Отца Небесного. Может быть, ради этого только. Чувство справедливости. И когда говорят, а как мать может в раю радоваться, видя на суде Божьем, что ее сын или дочь в ад отсылаемы? Люди будут то, к чему мы стремились и не достигли. Чувствование, какие во Христе Иисусе. Господь в ответ на них, веру, помни, мощь его, все это написано в Откровении, это написано у Даниила и третья книга Ветра. И в людях этих будет такое же презрение и ненависть, тем ночевала в гараже, да. Вот он теперь, Яна, а ты плачешь о нем. Ты что делаешь? И зачем это делаешь? Сын гонял ее, теперь погиб. Погиб. Это тяжело, тяжело понять это. Тут Господь учит вроде бы молиться за подобных людей, прощать подобных людей. А тут же уже с Господом, которые души вопиют к отмщению. Тяжело. Еще повторяю, что речь идет о мужчине, восстановлении справедливости. И когда людей Бог наказывает, кого я люблю, они просят о проявлении Божьей любви к ним. Они живут под смотрением, что этого генерального Куралова в шоке, что у них было этого. Сколько их там набралось-то? Всякие грешки и прочие пакости-то. А сколько здесь миллиардеров-то? И они живут и ликуют. Об этом Еву говорит. И ведические компилята прыгают перед ними. Умирает их кости, он наполнен жиром. Господи, отомсти их, чтобы они наказали, тебя искали и покаяли. Конечно, это наказание не то, что кто его, чтобы горел, пущился, корежился, как Сталин было. Во-первых, вы разговаривали его. То есть отмщение они требуют такого не смерти, а какого-то наказания, да? Подумление, чтобы они покаялись. А ну вот тогда теперь понятно. Теперь понятно, да. Вот почему нам нужно толкование. А они этого требуют. Господи, не пройди его. Прости им, они не знают, что делать. У них оставили без наказания, как слово дует грозит. Потому что в руках они познают. И там я нашел, что я делал. Вот. Представьте, сидит Ежов Николай Иванович. И говорит, Ежовщина была. И он от дорогу говорит, а этот человек там в мозге, как он это выйдет на печатал. Он говорит, я делал все, что угодно Иосифа Виссарионовича. Я делал много плохого. И вот я теперь здесь сижу, значит, есть ты Бог. И там еще один такой был, разговор такой, везде в стране, и он под окнами комсомольцы вечером подслушает, еще скажет. И он забрал двух своих братьев молодых, ну и с собой, а когда он познал, только перед ним был комсомольцем, был в армии. Но потом узнал, что у него родители были богатые, раскошенные. Начальник вызывает его, он с целью, командирую, пулеметного расчета, и вел, что так ладошкой, я был по столу, контр, какой-то комсомолец, я где-то раскошенный, я так не держался. И вот тогда ему Волшину билет в зубы, ничего не дал, и выгнали его, и так, как он такому доехал, а дома снова убирают. И он теперь с этими ребятишками уехал в Ташкент. Кормить-то надо, имеет вечером под колокотатом, группа собралась, он подошел, а вы кто были? Да кто вы? Шпана, бабы. Он говорит, мои двое братья, возьмите их, научите своему ремеслу. Своему ремеслу. Наконец он попадает, его на работу не принимают, а где работаешь, значит, ты не едешь, его посылают в ГУЛАГ. И он теперь там работает. А к Богу все еще не обращается. И вдруг, говорит, я считаю, в газетах начался 37-й год, военных, но его полковника этого арестовали, как потом расстреляли. Я, говорит, впервые широко перекрестился и сказал, если ты, Боже, долго крепишь, да крепко бьешь. Вот это необходимо. Я два примера говорю, долго терпишь. И вот сидит там теперь Ежов и говорит, есть Бог, который наблюдал за мною. Почему я нахожусь сейчас здесь, меня расстреляют? Сталин угрожал, но не угодил, потому что я забыл про Бога. А который с Богом, ну что ж, с Богом я буду с Богом. Увидим его, как мы в детстве, сразу же душа идет. И когда мученик принимает кончину, то Христос встает с престола. Видел Степан стоящего Иисуса, хотя он сидит на десной отца. Вот как надо понимать. Игнатий, вот евреи, когда после войны, да, возвращались, я сейчас не помню, вот какой, по-моему, конец 50-х, когда они возвращались на землю обетованную в Иерусалим. Вот. И они сгоняли с места своих уже там живущих, допустим, людей, да? Есть ли в этом справедливость, что они занимали вот землю свою и выгоняли людей? Евреи, когда их Иисус навел в обетованную землю, Иисус навел в обет, они получили указание от Бога взять эти земли и истребить народы. Почему? Народы жили себя. И впереди говорится, чем занимались эти народы. У них все грехи были. Полный букет. И этих людей исправить было нельзя. Наступив сейчас возмездие через руки иудеев. Иудеи шли, убивали, ни одного раненого не было. Об этом говорит Иисуса Навина, книга 7 глава. Там Ахав, когда взял за клятву, и сразу 32 человека было убито. Давай, это впервые его не было. Справедливо или несправедливо? По-человечески несправедливо, по-божьи справедливо. Если ты скажешь несправедливо, ты поступаешь как безбожий. Бог решил так. Решил отдать эту землю моавитям, Хитеям, Перезеям, отдать народу, который выше их. А когда они Бог оставили, Господь отдал эту народу другим, ассирияне пришли, а евреи пошли в плен. Евреи решают грехи, мучат их об этом 48 год. Они возвращаются, все они возвратятся к горе Сиону. А правильно они поступают. Обетование, данное Богом, не потеряло силу. По-человечески это несправедливо. Согласно Библии, так и должно быть. Вот и все. Понятно. Верующие. И вы можете протестовать, что евреи занимают. Как протестовать, когда земля отдана им? А что она отдана будет палестинцам, этого нигде не написано. И они возвращаются на свою землю, которую Бог, их Бога, Яков, подарил им. Им Бога есть прямо Божьему народу, иудеям. А что эти народы должны делать? Там решают, то он и другой. Другую территорию выделят или как. Или вместе с ними будут. Ну, там они Иерусалим, это есть сектор, тот и другой. Вот и все. Я рассуждаю только с позиции Библии. А по-человечески, конечно, они не правы. Правы палестинцы, которые воюют с ними. Но они еще не написаны. Потому что эта земля принадлежит богоизбранному иудейскому народу. Ее нельзя отнять. Он говорит сейчас Жириновский, у них там такое, они покупают землю на Алтайском крае, в Бараматай, переселятся сюда и бросят туда бред силой кобылы. Они никуда не уйдут. Они там будут строить Соломонов храм, и там антихристиане. Но остаток Израиля спасется, когда они поймут, кто он такой, эта креатура. И они отвратятся, против евреев поднимут такую же бурную войну, как против христиан. У Бога это раздавяшено. И вот эти планы, Хьюстон, скитальский там процесс, которые они там называют планы, они ничего не слышат. Никакой роли. Они стремились славянский народ, они думают, оставить золотой миллиард не будет этого. Треть, часть зеленой травы погибнет. Треть. Если 7 миллиардов, или на 3 части, а на 3 сколько будет? Ну, 2 миллиарда с небольшим. Вот это столько людей погибнет. Вот и все. Вот у меня евреи спрашивают о том, что до второго пришествия сохранится Иерусалим. Сохранится. Сохранится. И там, в этом городе, будут проповедовать Енох и Илья, два пророка. И они убьют их, и будут посылать дары, ибо они мучили людей. И они будут зайдут на небо через 3,5 дня. Это 12 глава Апокалипсиса. Евреи сохранятся. Эта нация неприкасаемая. Хочешь быть благословенным, ты герой, спортсмен или парализованный. Я еще раз повторяю, первое благословение – это благословение евреев. Всегда, Господи, благослови, чтобы они приняли Тебя как Мессию Бога. Господи, сохрани эту нацию как захватку, как то, что доверено им Слову Божию. И последнее – дадите десятину. Ты будешь не проклят, ты детство дать. Оно, прими Христа Спасителя. И в этом благословение. Вот, от еврейской нации мы молимся каждый день. А день от японской, чтобы Бог дал им хорошую землю, и они могли тут обратиться. Так. Понятно. Мы должны говорить так, как говорит Слово Божие, никому не угождая. Для меня мало значит, апостол Павел говорит. Пришел к апостолам, но они не менее наложили иго. Он говорил им, они приняли, они для язычников, для евреев, а я для язычников послан один во всю вселенную. Я проповедую так. Моя биография конкретно перевожу на себя. Ее нельзя повторить. А ты хотел бы другим? Каким другим? Ну вот как видишь, что против там, чтобы тебя там хвалили, да враги Бога. Были вам, когда все будут говорить хорошо. Чем больше у меня врагов, чем больше они меня поносят в интернете всюду, тем больше я убеждаю, что я угоден Богу. Моя жизнь не похожа на их жизнь. Они меня ни в чем не могут упрекнуть. Я ему даю 136 свидетельств по святым отцам, по канонам, по житиям. У него ни одного, ни еще даже нет. Вчера один человек вот тоже мне пишет такой комментарий к видео и говорит: вот я посмотрел еще раз вашу беседу с Игнатием Тихоновичем, и еще раз убеждаюсь в том, что Игнатий Тихонович прославляет себя, вот он такой вот, такой рассекой. Вот. А я вот хотел ему объяснить, а потом думаю, не буду. Может быть, как-нибудь потом. Я вот, знаете, что подумал по этому поводу? Ведь все мы люди, да? Все мы себя любим. Какие бы ни были мы кривые, там, косые или хромые, мы все любим себя. И все мы все-таки в душе стараемся перед другими выглядеть лучше. Понимаете, как? Вот в основном люди прячут вот это, вот, видимо, какой-то гордости или вот житейской. Они вот это скрывают, вот это самолюбие. Вот. А есть люди, я же говорю, которые этого не скрывают, которые просто врать не умеют и говорят о себе открыто. Тем более, когда есть что сказать о себе. Вот. Мы задали вопрос. Ты всех взял за всех. Апостол Павел сказал: Петр взял за всех. Говорит: я взял за всех. Я не еврей был, так еврей не умею. Я это подзаконно, как подзаконно. Я это считаю, говорю, это моя жизнь, что я могу сказать? Я даю не какие-то постулаты аксиомы и теоремы. Аксиомы здесь никакого нету. Я определенно говорю, вот это написал Павел про себя, и это во мне отобразилось. Говорят, невыполнимо. Никакое государство я не считал каноном, я говорю, выполнимо. А как вы докажете? Моя жизнь, наша община, на все это соблюдается. Под меня специально священники уж групповые собираются, чтобы доказать, что мы хоть одно правило нарушаем. Как аксессуары на меня особые. И что вы в путешествии бываете, вы тоже нарушаете, без лопатки идете. Я говорю, я как раз с лопаткой сфотографировал. Все, они задохнулись водом, там нет воды. Потому что среди нас ходит Господь, а вы в это не верите. А я в это верю. Что я сказал? Сейчас в вашем ответе, где я себя показал? Я сказал так, как есть. Павел говорит, я Павел не боюсь, ты говоришь Павел. Почему ко мне прибираетесь? Ты считаешь, что тебя это мертвые слова, а для меня живые, 50 лет живу. Я этот дар получил еще в 62-м году от Бога. Я не уступил ни одному. Я архиерею не патриарху. Для меня никакой роли не играет. Так сказал Господь. Слово, которое я говорю, оно будет давно. 13:48 Евангелия Иоанна. Для меня это сделал не патриархом. И поэтому для меня мало значит, как судить обо мне, вот Павел говорит. Если бы я угождал людям, я был бы рабом Христовым, послание Галатам. Угождать людям и считать, что я раб Божий, это невозможно, несовместимо. А у вас совместимо, у меня совместимо с первого дня. Я никогда ни одному человеку не угождал. Сейчас говорят, ну против мощений говорили. Я наоборот заморщил, говорю, что показать надо. Я мне просто сказал, а вот вы говорите, священники, так поступают, нет благодати. Какая там благодать? Руководство, его судить надо. Прикрылись благодать. Его в храм нельзя пускать. Он уже лошадь. Христиан отпущает его 30 лет. Какая там благодать? Что вы играете? Я бы вам не говорить этого, а они меня готовы сожрать. Меня не интересует их мнение. Это высшее дело. Если бы меня интересовало его мнение, я бы сейчас там по-другому как-то говорил. Он узнал, я говорю о себе. Ты, я думаю, что вы говорите сейчас? Напиши это на бумагу. Не на них я говорил о себе. Я когда предлагал, они ничего не могут сделать. Я говорю, вот написано Писание, но не выполнил, я говорю, я перед вами выполняю. Еще должен сказать. Я еще должен сказать, когда опровергаю Слово Божие. И лучшее доказательство я перед тобой. Я не просто говорю, а выполняю. Все до одного кануна, до одного. Повторяю, в общем, ни один канон не нарушается. Больше такого общего, может, и не было никогда. Да похвалить, там есть что похвалиться, да моим Господом. А без Бога это можно сделать? Нет. Этого нельзя. Поэтому... мнение этих людей меня совершенно не интересует. Вроде бы люди-то умные, адекватные люди, и вот говорят такие, ну это просто по незнанию, они не знают вас просто. Так меня даже это не интересует, знает, кто не знает. Я поставлен быть трубой Божией. Я избранник Божий. Я обязан возвестить это. У меня любимый пророк Иеремия. И есть, чтобы я не поразил тебя и не бойся, говорит Господь. Я мог бы не говорить этого. Никто бы не знал. Я не могу говорить, внутри меня появился как бы разлитый огонь. Я хотел и не мог удержать это. Вот и все сказки. Мне ничего не понимают, люди говорят. Я писал генеральным секретарям, которые были, обличительные письма в ООН, всем патриархам. Пусть они мне найдут одного человека, одного, который с божественной стороны по Евангелию обещал бы всех генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза и всех патриархов, начиная с Алексея, и заботиться о своем будущем. Вот и все. А что они могут сказать? А ничего. Я недавно зашел, в интернет тоже смотрел, но там обо всех говорят, никого нет, я один нагожусь, никого нет, тогда маленько можно улыбнуться, чтобы не осудили. Такие выдумки, столько говорят, ничего не знает совершенно. Я бы им отвечал всего-то, я только перекрестился и сказал: Господи, мой путь угоден Тебе, потому что врагов все больше и больше, никто ни один не видел меня, ни один ничего не считал и не знает. И через одного никто не пришел в православие, они не знают православия. Покажи им веру Твою, без дел Твоих, а я сделаю. Я покажу конкретно. Вот люди, вот баптисты, вот которые стали православными. Вот они рядом сидят со мной. Они-то не могут еще показать. У них нет ничего. И просто они пришли в православие, сделали с такими, как вы, гнилыми. Они настоящие. Они есть себя. Вот и все. Почему это интересует моя биография? Вот сколько я считал, там закраили. Пошел, считал, 100 углов прошел. Там то другое. Ой-ой-ой. Моя биография, я сижу и думаю, какая она интересная. А мне день и ночь вокруг нее препятствуют, подрезгивают, как вокруг колокольни, как Альберт Толстой там была. Вот и все. Моя биография их интересует, а их меня не интересует, и тем более они нигде не подписываются. И напасть не на кого. А вот меня поносит, а нигде не имя, никого нету. Обыкновенные бездумные шапки. Еще я буду с ними спорить, у меня дел много. Ой, сегодня главный сегодня урок. И пропустить момент, когда мне надо молиться. Вечером, чтобы я вовремя был, канон Андрея Крецкого, и не менее 7 раз только днем я должен помолиться перед Богом за Украину, за несчастный народ. Это моя обязанность. Никто на меня не накладывал. Но глядя на меня, то, что я говорю сейчас, многие уже в интернете мы тоже стали. Правда, не получается еще 7 раз, но уже до 5 раз больше не молитвы. Покажите, где вы подражать. Вы мне не можете подражать в моей жизни. За мной летите, вы умираете. Вот не рассказ. Вы не можете этого делать. Не можете. Вы поносите. Это означает, мой путь угоден Богу. Я их всех этих людей благодарю. И скорбленных, вот я не другая планета. Я прошу Господа, не наказывай. Они малые дети. Меня Бог подготавливает на что-то высшее. Это я точно знаю. Меня ждет какой-то северный все время. Постоянно один сон, где-то с северными реками, лед, и меня туда везут на корабле. Что это за сон, не могу объяснить. Видимо, это передели. Но дальше мое путешествие, я его на молитве получил, просто надо повторить. Даже то, что мы сделали. Никто, ни один, и где-то во всей вселенной. Почему? Сначала это трудно доимить, свой труд 38 дней. И теперь положить все опять на алтарь Бога. И ездить в лесополосах, где-то ночевать, еще попало питаться, что попало пить. Вернусь живым 1000 километров. Каждый год мы объезжаем, мы охватываем земной шар, 40 000 километров, а мы еще не допустим. И все для того, чтобы дать, должен не давать. Что, Иванович, я говорю, я побуждаю вас к этому, я не срываю его. Срываю. Бог делал. А вы хвалите, смотрите, мои посты, у нас везде сохраняетесь и сохраняете. Вот и все. Но мы ничего не делаем, потому разговор-то через пустоту и слух. Люди считают так, допустим, они считают так, что, допустим, намного бы, как говорится, было бы интеллигентнее, если бы кто-то бы о вас рассказал, понимаете, как не сами вы о себе, а кто-то рассказал бы. Вот так бы. А вот скажет, так раз не было ничего, в чем скажет-то? Я кому-то должен передать это. Значит, ты тут явно, что сатана, он не хочет, чтобы это было известно. Это от дьявола. Он на вершине горы Павел говорит, Господи, чтобы люди видели ваши добрые дела. А чтобы они были видны, я должен показать это, что вот Божье в этой непрерывной вот, организации государства Божьего работы. Мы показали это представителям власти. Они говорят, сейчас еще нельзя не сделать, тут не холод, тут рубль, проще. До этого ничего не было. Никогда не было препятствий, на котором я сказал, делать ничего нельзя, мы остановились. Ни разу во всей жизни. А какой будет говорить? Я не знаю. Я их увлекаю за собой. Более об этом говорит, я более всех подрубился. Более был в гонении, более в путешествиях. Чего привязались-то ко мне-то? Потому что то, что я говорю, оно режет их. Они понимают, что они никто. Жили в той же самой обстановке. Делают, что хотели. учись, кем хотели. А тут ничего этого нету. И ничего я делаю. А это он не случайно. У него какая-то выгода. И вдруг выгоды нет. Ну подождите, еще что впереди будет. Мне 74 года. Жизнь человеческая 70 лет. При большей крепости 80. У меня 80, а крепости не хватает. Чего я так трогает-то это? Ну сказал я, и что из этого? Сказал. А то, что это сказал, показывает, что и они могли бы. Они могли бы. И они уже до туда больше себя осуждают. Вы могли бы, но этого не сделали. И этот один в этом разговоре, который сделал всю вселенную. И вы могли это сделать. А вы этого не сделали. Поэтому говорить, а сейчас нельзя сделать. И поэтому моя биография, и то, что я говорю, оно буквально разрывает их. И они ищут, а что-то у них не так. И вдруг я всех людей зову московскую патриархию. Тут у них есть совпадение, они еще не могут понять. Как так? Мы его убиваем, он к нам теперь будет. И ни разу за 50 лет я не выводил и не уводил никуда, только московскую патриархию, всех до единого. Встречи сейчас встречи. Это вообще необъяснимо. И они заглыхают в самом деле. И сейчас, когда они меня исследуют, Сергей Дубин сказал, сейчас там исследовать будут у них миссионерский отдел. Чего я буду искать? Несоответствие из Библии с их багажом. Тут искать не надо, вы не такие. Мы другие. Я сейчас поеду, если Бог благословит. И где я буду ночевать? Какие беды, какие опасности? Это все государства пройти. Это страшно подумать. Это невозможно. Дальнобойщики мне пишут, это планета. Я много ездил, но такого не было. И можете поехать. Я помню, я знаю. Нас пугали Дагестаном, пугали Азербайджаном, Чечной. Все это уже позади. Сейчас пугает Украина. Нам как раз выходить к Крымскому полуострову. Проходить будем. Ну, мы посмотрим, можем через Голландию сегодня, но я думаю, пойдем прямо. У меня громадная вера. И поэтому они сравнивают самим собой, ясно, что мы разные. Мы очень разные, в одеянии, что есть, я мог иметь другое. Но они не платят десятину, они не благословенны. Они воюют против евреев, они не благословенны. А я их благословляю. Я благословляю евреев. Поэтому понятно их отношение и ко мне. Но меня главное это не трогает. Для меня мало значит, как обо мне будет понятно. Я и сам себя досижу. А другие, скажи, вы другие, сколько вас других, почему никто не говорит? У меня нет мужчин, чтобы секретариат сидел и говорил, а он Лапкин-то платит не одну десятину, давайте ему будем платить. Никому нет, я обязан сказать, чтобы талант, данный Богом, мне не был дары. Я его умножаю. Они говорят, не надо, чтобы никто не знал. Это люди, которые больше Писания не знают. Я его умножаю, говорят другим. И говорит, я услышал, что может делать не я, начал, сколько людей мне это говорят. Знаете, еврею рознь, правильно? А вот спросят, допустим, вы также благословляете и сионистов? А я не разделяю, я народ. То есть нет у вас разделения, да? Нету, еврейский народ, он еврей. А он полукровка по матери, меня это не касается. Я в молитве никакого разделения не провожу, мне не дано. Я говорю, Господи, благослови семя Авраамова. Написано, благословляющий вас Авраамов, Бог сказал, благословен будет. И я благословен во всех отношениях. А одного вот такого года, когда вы за мной плохой гоняешься, за дохлым псом, я ничего не могу сделать. И никто ничего не делает. Почему? Дело Божие. Оно умрет. Так а лисица Божия едет. Там только кости хрустеть будут. У них ничего нету. И они замощены, вся мощь моща. Разные там канализации, мне там ничего не надо. Мне нужно одно, чтобы я был в один Духом Божьим. Чтобы благодарять Божьему нам на мир. Чтобы я слышал голос Духа Святого. Поступал так, как он повелевает. Я каждый день прислушиваюсь, а что он скажет мне, Господь. Я каждую минуту стараюсь хоть немножко послушать, что Бог мне хочет. Чем меня занять сегодня, что сказать. Вот он говорит, а пусть говорят другие. Вот и начинает говорить. Говори, добрые благодарности, добрые. Так что я говорю, ну давайте, организуйте компанию, больше никогда себе не буду говорить. Вы только узнавайте через Сергея Козлова. И начинайте говорить другим, выполню, давайте, но я не пойду на это. И он говорит, ну скажи, а почему не говорить о делах, ты его вступаешь, делаешь? Да им это не надо как раз. А молитесь тайно, а вы стоите у дороги, значит, куда я под машину должен был залезть? Это свидетель, что вы стоите. Дороги не молятся, рядом мусульмане молятся. Мы молимся, мы благодарим Бога. А они не молятся, они ропщат. Я могу только пожалеть жалкие люди, несчастные люди. И они никогда не будут пожертвником ответ. когда они так не будут. А жертвенник – это любовь, крест Христов, на котором принесена крестная его жертва. Еще надо объяснить, что такое жертвенник. Я все время рядом стою. Да ну, это ерунда все. Сейчас каждый день самого патриарха в молитве показывают. Сейчас все показывают, все молятся, что это просто по глупости люди так. Им большое внимание уделяют, очень. Но они не знают, что я абсолютно не уязвим. У меня себя любил себя, как вы понимаете, я понимался по-другому. Я по-другому проходил, по-другому спал. Все было по-другому. У меня этого нет, почему я отвергся от себя в первый день, когда обратился. Я взял крест, который он дал, и тогда последовал за Христом. Они первые два шага не выполнили, две ступени, отвергнутся себя. И они по-плотски судят. Суд их неверный. Совершенно. У нас даже было такое, они, ну подождите, он говорит Лапкин заехал, ну подождите, когда-то он туда другой ответил, вот я знаю, уже 15 лет у нас в общине, он один и тот же, ну сколько ждать-то можно, когда умрет только, если приводит дружбу, это он какой-то корыстный, ну я не знаю, но бескорыстно не будет, то есть он знает по своей обстановке где, и сам такой, и он так судит. Нет, а вот отвергнуться себя, это же некоторые вот доходили. Допустим, те же старцы святые доходили до такой степени, отвергаясь, что и голыми ходили, и себя на съедение комарам отдавали. Вот это вот было полное отвержение. Я не казнил свое тело, я не садист, я не мазохист. Я знаю, что мне нужно прикрыть свою родовую, написано как приличные святые. И их я не одобряю. Не одобряю, это вопреки Слову Божию. Поэтому я раздевался, не кормил себя комарам. И он не шел, чтобы его арестовали. Но если уже арестовали, надо держаться. Надо держаться до конца. А бил в одном городе, видит другой. Прямое указание. Они Писания не знают. Даже знание Библии они приписывают нечистой силы. И когда коснулась, Наталья говорит, как Библия священники. Да. А колонна, теперь я слежу с епископом, с секретарем, с Иларионом, который сейчас Петрополит. Я ему даю советы, которые люди на него нападают, и как его выслужить от этого-то. И он говорит, тогда никуда не уходи, сиди рядом, сейчас других вызовут. И вы сейчас нарезой знаете, я занимался этим. Люди, которые услышали, так и по канонам ему сатана знания дал. По канонам. Значит, вот когда они еще не знают, бомжа, попов нет, а работники его. Вот тогда это по-православному. Вообще, у нас корова, когда пасем, корова чистое животное, но она не чистая. Лошадь, если что-то попало в ведро, пить не будет, кожурки там, корова все щапает. И вот бывает, где-то там теленок, сдох, валяется, и такие белые кости. И корова найдет эту кость, возьмет просто, как трубка, и ходит, сосет от нее что-то, корова сосет. Я пишу на эти, которые копят меня, у них ничего нету, кроме мелкой кости могу. Вот и все. Пускай остаются со своими мощами, я живу Христом. И что ищите неживого среди мертвых? Я бы мог не говорить, половина врагов в угол, я остался бы с мощами. Я говорю, надо похоронить, с великой честью, с пением, с ходилами, с епископом, по счетном месте. Все. Все на все изделия, ну что ж хранить, ну пускай теперь уже остаются, чтобы народ не смущать, ну просто отвести людей вот от этого поклонения, вот такого слепого. Не будет другого, пока мощи будут. И другое не надо. Они эту кость взяли в рот, как эта корова, так выходит. Я понимаю, у меня нет на что смотреть. Я жил на степи. Я степняк. И поэтому из природы было очень многое. По дорогой брат, все так, отпускаешь? Да, все, с Богом. Оставайтесь вот. С Богом. Такое говорит, там, хвала, тут другой. Скажи, образуйте особый комитет, вас хвалят Лапкин, и он отдает туда. Но меня можно сказать, а зачем вы говорите, что у вас книги, я кто куда берет? Когда пленки насчитывал надо до того, что распространял. И меня тогда попы подняли, а зачем вы другим говорите? Это саморасхваление, ну ладно, я насчитал, спрятал. Вам это надо. Сидят молчат. Чего, ребята ваши, я вижу. То есть, чтобы никто не знал, а я знаю, за зарытый талант придется отвечать, я за это пещеру. Данный мне талант, я перед всем миром выставил, чтобы в этой невыносимой обстановке можно работать. Хоть я на Майдане сегодня, я бы там работал. Сегодня же я проигрываю этот вариант. А был бы в Крыму работал, и я не уступил никому. Отзвал бы всех к покаянию, к смирению. И все. Богу. Все, до встречи. Ко мне, Господь, записывай вопросы, это очень интересно, которые приходят.